Друзья, приветствую. Михаил из Перми. Эта посылка уже была в одном видео про мобил супер бракованный. Сейчас вторая часть будет посылки. Во второй части речь будет идти про масло Газпром нефть премиум L540. Ну вот описание, практически одинаковые автомобили. Значит, гранты 14 и 13 года 1.6, мотор 101,86. Вот. Так, помыл я, подписал баночку. Одна еще подписана Михаилом, а одну подписал. Как многие из вас знают, первым делом я обновляю спектрограмму данного масла. На ранее созданной болванке вот такая спектрограмма. Видите, на 1700 примерно небольшая такая ступенечка. Это эстеры. Вот примерно 7-8 тысячных. Это соответствует где-то, ну, может, 1,5%, вот примерно так, 1,5% эстеров. Так, вот такие данные получились по то, что намерил прибор относительно болванки. Это Castrol 0.30. Значит, видите, чуть-чуть меньше противоизносных присадок классических фосфор-цинк. Но, видимо, здесь они замещены частично эстерами. Выставляю уровень для этого масла как 100%. Убираю гликоль. Сильно завалился почему-то, не знаю почему. Так, убираю сажу, которая тоже в отрицательных значениях. Ну и по данным производителя щелочное число 9. С учетом разницы в ГОСТах, можете ссылочку в описании посмотреть. Я думаю, что 9, там 9 с небольшим, нормально. Ну и учитывая, что немножко занижен щелочное, я все-таки чуть-чуть принижу кислотное. 1,61 выставлю. Ну и последнее значение — это вода. Я допустил ошибку в какой-то момент, обновил спектрограмму, значит, с кюветой, но не сделал поправку на воду. И поэтому у меня вот завышение дает. Я уже сейчас сделал, но сейчас здесь я подправлю. Так, эталон создан. Можно приступать к, значит, проверки отработки. Итак, прошу прощения, у меня может быть звук плохой, потому что я пишу на ноут, нету микрофона с собой. И такое, значит, вот описание автомобиля, то, что я ранее говорил, почти 140 тысяч километров, 4 тысячи с небольшим пробег на масле, это равно 192 моточаса, ну, там с копеечками, и топливо метан. Значит, смотрите, по противоизносным присадкам 79%. Здесь непонятный мне показатель. Гликоль 1%. Возможно, что попадает антифриз. Надо Михаилу посмотреть, значит, уровень, последить за уровнем антифриза. Ну, посмотреть на предмет эмульсии. Ну, я не знаю, может быть, какая-то вот погрешность, потому что в эталоне минус 1 было. Может быть, какой-то глюк был в какой-то момент. И из-за этого вот так. Так, сажи немного. Значит, смотрите, нитрование растет. Это типичный показатель для двигателя на газу работающего. Ну и кислотное 2,44 и щелочное 6,5. Большой еще запас. Немножко вода подросла. Но не критично. Значит, так, следующим этапом сравню вязкость свежей отработки. Почти 200, напомню, почти 200 моточасов. Масло недорогое, но, как видите, похоже, все-таки, значит, утверждение о том, что машина на газу работает эффективнее, лучше относится к маслу, как бы в данном случае имеет свое подтверждение. Ну и посмотрите, да, по вязкости тоже никаких вопросов. Есть небольшое разжижение, но учитывая, что это, в принципе, в районе 20 км в час, что это городская езда, много, значит, прогревов там, холостого хода, нормально, я считаю, более чем нормально. Да, не забывайте отметить видео, лайк или дизлайк, кому как нравится, подписаться на канал, поставить колокольчик, если хотите получать уведомления о новых видео. Ну и в соответствии с полученными данными, с начальными и полученными, значит, по моей табличке, я вот рассчитываю, что ресурс данного масла по километражу — это 9000 километров практически. И по моточасам 426 моточасов. Мне кажется, это шикарный показатель по соотношению цена-качество. Но опять же хочу отметить, что скорее всего это актуально только для, значит, мотора, работающего на метане. При большей средней скорости
В некоторых условиях, я думаю, у большинства она будет повыше. Значит, я думаю, что 10 тысяч спокойно можно использовать данное масло. Вот, если по трассе, пятнашка тут просто смело рисуется. Ну, даже. Ну да, наверное, по трассе здесь, даже если 35 средняя скорость, то тут уже к 15 тысячам. Я думаю, что масло может выдержать. Ну, сами видите, даже учитывая город, в общем-то, что произошло с вязкостью, все прекрасно. Ну, для машин с ГБО неплохой, даже, ну, что говорить, неплохой, отличный вариант. Недорогое масло, меняйте там на 10 тысяч, даже по городу. Вот, и все должно быть отлично. Запас еще здесь приличный. Ну, скажем так, от 8 до 10, наверное, да. Смотрите на среднюю, примерно, как у кого, как получается. Вот, и благодарю, значит, такие получились два теста. Ссылочку я, наверное, прикреплю в комментарии. Ну, можете посмотреть то первое видео. Мне кажется, оно очень любопытное. Брак от Мобила. Значит, залито более дорогое масло, залито в более дешевую канистру. Вот, и благодарю Михаила за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всем, кто посмотрел данное видео, моя благодарность за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!